Еще расклад по запросу: переехать в другой город, либо остаться на том месте, где сейчас проживаете. Давайте посмотрим, загадайте себя, девочки, общий расклад. Он не настроен на вас, не настроен. Только личные расклады могут давать более точную информацию. Все, что сейчас здесь будет и в любом другом, у любого таролога раскладе, это не относится к вам. Это просто совпадение, девочки, совпадение, потому как расклад не настроен. Он берется из общей информации эгрегора Таро. Понимаете вы это или нет? Поэтому он не должен проигрываться у вас. За личным раскладом, который настроен будет на вас, приходите. Итак, давайте посмотрим, какие события вас ожидают, если вы останетесь на том месте жительства, где вы сейчас проживаете, в этом городе. Что ожидает вас? Отношения, у вас любовь, взаимодействие здесь с кем-то, очень много общения у вас здесь, да? Опять же, мне здесь показывают, что у вас какое-то разочарование в любовной сфере, скорее всего. У вас любовь была, сейчас какой-то напряг, взаимодействие, скорее всего, у вас с этим человеком. Этот человек как-то не очень-то хочет, да, взаимодействовать с вами, человек более эгоистичный. Хотя вы, мне показана здесь королева чаш, которая все-таки влюблена, хочет любви. Но в отношениях, если вы здесь останетесь, у вас ничего не будет, скорее всего. Либо уже нет. Человек очень долгий и направлен, девочки, на себя. Что будет по деньгам? Здесь вы принимаете какое-то решение. Решение направлено на реализацию себя, своих планов, либо своей учебы, продвижения. Здесь вы будете победителем, то есть вы добьетесь того места работы, либо учебы. Ну, все у вас в плане работы и учебы будет хорошо. По деньгам покажите нам. Много работы, девочки, по деньгам пока тяжеловато. По деньгам здесь будет тяжеловато. Много будет работы. Работа будет в коллективе, скорее всего. Вот, после учебы что-то новое. Скорее всего, это какая-то новая должность. Очень будет много работы мозгом, нежели телом, да? Мало движений, больше какой-то мозговой активности. Но мне здесь показано, что вы девушка такая продвинутая, знаете, куда идете, знаете, куда прете, поэтому, скорее всего, не скоро, но вы своей мечты добьетесь. Если останетесь там, где вы сейчас, давайте посмотрим, какие вас ожидают события, если вы переедете в то место, да, куда вы хотели переехать, в другой город. Какие события вас ожидают там? Так, ну то, что вы переедете, это вы сделаете осознанно. То есть вы захотите оставить жизнь в прошлом, да, если все-таки захотите переехать, да, и начать новую. Здесь это вы сделаете осознанно, убрав все чувства. Только разум, то есть все за и против будут взвешены. Это на самом деле этот шаг. Он перечеркнет жизнь прошлую, да, и будет только новый мир. Это как возрождение в другой жизни. Здесь мне показано, что доставит вам удовольствие. Здесь будет какая-то поначалу прям радость от того, что вы переехали, да, что вы это сделали, ну вот вы это сделали с сознанием, то есть подходя к этому очень-очень серьезно. Так, покажите мне рабочие моменты. Будет там работа найдена. Да, работа, девочки, работа будет найдена. Здесь вы будете удовлетворены полностью. Здесь вы по чашам, да, все у вас будет прекрасно в отношении, эмоции получите ого-го. По работе будет хорошо, мало того, что и движение в работе, еще и туз пентаклей, девочки. Здесь будут у вас еще и по деньгам круто.
То есть работа будет удовлетворять ее, вы найдете с узнанием дела. Скорее всего, может, вас будут там ждать, либо нужен будет именно тот человек со знанием дела, да, именно этим человеком окажетесь вы. Что будет в отношениях? Будет ли новое знакомство? Девочки, скорее всего, думаю, что вряд ли здесь будет какое-то новое знакомство. Если и будет, то этот человек будет такой не очень взрослый, да. Вы, скорее всего, откажетесь, подумав от этого человека, потому как увидите, что нет, здесь каких-то сдвигов не будет. Да, скорее всего, вы откажетесь, потому что здесь опять будет человек, да, с задатками и манипулятора, и, ну, агрессивный очень. И как итог, да, скорее всего, вы откажетесь от него, не будете видеть, оставите на расстоянии, да, и пойдете во что-то новое. Девочки, здесь выбирать вам старый город, либо новый.